Приемник после обработки керосином. Как видите, керосин кое-что счищает, но, увы, не все. Коррозия все-таки на металле шасси есть небольшая. Хотя, видите, вроде аккуратненько, чистенько все получилось. Стрелочка на месте. Все родное. Видите, показываю все уголки. Ну, еще на палочку, тряпочку и смазываем. Чистим, как в том анекдоте. Все лампочки подписаны, как вы видите. Шасси. Вот так. Ну а это вот чернота, это уже неотмываемое что-то. Керосин не берет. Ну и сейчас подвал покажу. Вот подвал. Ну и кабель заблестел. Мягче, конечно, не стал, но заблестел. Преобразователь очистился получше, чем приемник. Смотрите сами. Ну, трансформатор это лак, как я понял. Был лак, облупился чуть-чуть. Видите, как чистенько, аккуратненько все. Обновил. Так, и шасси. Вот, видите, все. Бумага, в которую завернуты конденсаторы, чуть-чуть керосином пропиталась, но высохнет все. Мультивибратор сразу видно, что собирался вручную. Посмотрим, как он запустится или нет, не знаю. Посмотрим. О, забыл колпачок с предохранителем вкрутить. Вот такой шкуркой, это краешки отстановочной шкурки. Нарезают ее на производстве, краешки можно забрать мелкое-мелкое. Вот что получилось после обработки боковины корпуса. Но это так, для пробы обработал. Не знаю, как видно будет на солнышке. Ну, эти основание не обрабатывал, вот только боковинки. Попробуем шкурочкой. О, помогает очень хорошо. Но самое мелкое. Только зернистое. Так, ну, есть смысл шкуркой пройтись.
Как видите сами. Возьму дремель и попробую ей. Я думаю, не веселее будет. Для начала проверяем подачу питания 12 вольт на выключатель. Так. Так, есть, питание приходит, подошевелим, все нормально. Так, теперь проверяем выключатель. Ставим на две ножки и включаем. Тишина, вот ножки замкнул, вот. А если на ножки встать отдельно, то... Да. Придется менять переменный резистор, который отвечает за громкость и за включение. Сейчас будем его снимать. Так, для этого надо открутить 4 винтика, которые крепят рамку, декоративную рамочку. Для аутентичности не теряем гравировочки. Сейчас это турбинеркой удобно стакивать. Крутить не очень удобно.
4 винтика открутили. Ваночка. Снимается, чуть откипаем стрелочку. Такая рамочка. Так, и откручиваем. Резистор громкости с выключателем совмещенный. Винник хорошо разбирается, видно, все-таки хранился в сухости. Ничего не закисло. Так, теперь надо отпаять проводки аккуратно.